Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с вами продолжаем играть в Half-Life 2017 ремейк. Остановились мы с вами на том, что Алекс уже нас ждет, то есть нам надо идти туда. Да ты поторопись! Пюрешка с котлеткой! Кстати, приятного аппетита, ребята, вам желаю. Так, давайте сохранимся. Черт, вот этот мем был вообще клевый. Черт, я сейчас жрать сам захотел. Да ты поторопись! Пюрешка с котлеткой! Или... Ох, все-таки завидую я вам, ребята. Завидую, вот честно, вот в школе... В каждой, можно сказать, столовке просто офигенная пюрешка с котлеткой. Или, знаете, там гречечка такая очень вкусная. Ох, как они это делают в любой столовке школьной? Именно один и тот же рецепт. Именно, просто вкусняшка. Как они это делают? Поражаюсь до сих пор, а соус, именно который дают... Так, и чё? Чё-то я не понял! Ну-ка! Слушай, совковые рации-то работают? Так, это, конечно, замечательно, что она работает. Может, всё-таки мы откроем решёточку-то, а? Всё просто. Так, великолепно, великолепненько. Это и поторопись, котлетка! Котлетка! Котлетка с котлеткой. Так, по-моему, вот здесь вот должен быть секретный проход. Мы сейчас... Погодите, сейчас посмотрим. Я, кстати, понизил уровень сложности, да, потому что мне много там писали комментарии, типа, ну какой же ты, Фуфил, не умеешь играть, типа, на сложном, чё выёбываешься? Типа, снижай. Так что все, ребята. Так, да, она, по-моему, не сможет открыть эту решетку, поэтому... Да, видите, она... Блин! Заклинило. Ну ничего. Да, знаю, где она, знаю. Кстати, насчет котлетки с котлеткой. Помните, я вот что вспомнил. KFC делали гамбургер. Получается, как он... ну, как обычно делают, булочка. Да, я знаю. Вот она, вентиляция. То есть, как делали, ну, булочка, потом идет куриная такая котлетка, и потом уже опять булочка. Так KFC что сделали? Они, господи, они просто совершили, не знаю, прорыв. То есть, наложили котлетку, ну, вот эту куриную штуку, там что-то вот зелень внутри, а потом еще котлеткой прикрыли. И, по-моему, где-то месяц всего, блядь! Прошу прощения, ребята, что заорал. Где-то месяц, по-моему, продержалась эта акция, потому что никому она что-то не понравилось. Потому что все равно нужен какой-то хлеб, чтобы... Так, вот сейчас надо быть осторожным, ребята. Давайте вот отойдем немножко. Да, я это помню. Так, теперь надо, короче, их всех замочить. Но это очень просто, когда, сука, у тебя есть гранаты. А когда у тебя их нет, естественно, ты папуас, вырви глаз. Так, надо вот так вот делать. Я надеюсь, я не... Да, я не зря, ребята, протратил две... Вроде как, хотя, может, и одной было бы достаточно, но... Окей, погоди, окей. Пока я крою. Все просто. Все, тебе открою. Так, а там, по-моему, турельки были, да? Что-то я там видел. Да, смотрите, две турели. Кстати, почему тут две турели? Ну-ка, давайте-ка их на всякий случай спихнем. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, ребята, кстати, напишите, пожалуйста, мне комментарий, где вы любите всего, ну, больше всего кушать. Это вот KFC или Макдональдс? Или вы где-то еще питаете? Ну, там есть, знаю, бургерки. Так, мордовороты. Знаю, таких ублю... Ох ты, гранатки! Так, идут уже сучки, вон они. Ну, ничего, мы с вами будем закидывать их гранатами, этих сук грязных. Ой-ой-ой-ой, они уже подходят. Так, не будем. В ее. Так, отлично. Заметили, да, что наконец-то мы... С дробовика... Так, чем же... То есть, видите, с дробовика мы уже с первого раза убиваем. Блин, все-таки так надо играть. Так, что там у нас? Можно последить за ней. Так. Вот вы тоже, когда первый раз Half-Life играли, вы просто волновались за чувство
понятно, за чувства Алекс Венс и Гордона. Что с ними будет, блин? Больше, чем за свои переживания. Так, все. Да можем хоть 20 гранат туда кинуть, у нас все равно. Вот видите, вот такой вот ящичек есть. Так, открыть. Скоро стрелочка. Вот, мне кажется, вот дешево покушать и вкусно, вот KFC. Он не KFC. Я помню, акция была на iTwister. Капец. Фу, что-то у нас вообще капец, ребят, жара 30 градусов, прикиньте, 30 градусов. Уже заканчивается лето, 30 градусов. Какого-то хрена, именно... Ох, блядь! Вот это прикол. Так, тут граната, ребят, спасет нас. Слава богу, она проходит. Так, да, все, спокойненько вот так вот хреначим. Так, еще гранаточки, видите, нас прям воруют. Какого хрена? Блин, на каждом углу эти турельки ставят. Так, отлично. Кстати, для револьвера наконец-то потрошки у нас появились. А, кстати, правильно, что мы их сбили. Да, правильно. Так, заряжаемся. Так, тут больше ничего нет. Так вот, не рассказал, ребят. Акция была в KFC, вот эти вот айтвистеры сырные. Сырные получается. Они, кстати, очень-очень вкусные. Именно маленькие, ну, знаете, как шаурма, только там, ну, чуть-чуть добавят там помидорку, курочку, то есть, ну, вкусно. И 39 рублей всего. Сейчас она, получается, 49. Если бы я знал, что... Эта акция пройдет так быстро. Она, по-моему, там неделю всего держалась. Я бы закупился просто как настоящий еврей. Каждый день бы жрал. Ну, в принципе, так и делал на самом деле. Так, надо сейчас подготовиться, ребята, потому что на мордовороты пойдут. Так. Так, отлично. Сейчас я перетащу этим самострелом белым. В принципе... Да, отлично, давай, перепрошивай. Так и что за чертовщина? Кто-то копается в центральном компьютере. Так, в принципе, нормально мы их поставили. И давайте немножечко жизни пополним. Все, беру тебя. Все, угробил ком. Ой, знаю, я девушек, блин. Эх, осторожно надо. Турельки, давайте, работайте. Великолепненько. Так, блин, вот тут надо расчистить путь, то неудобно будет подходить. Да, твою мать. Да, давайте вот так вот закроем, чтоб мордовороты вообще не подошли ни хрена. Кстати, удобно. Так. Все, берем калаш. И будем, короче, их отстреливать. Так вот, девушки, ну, у меня двое, так сказать, задроток таких было. Вот. Задроток имеется в виду вот таких вот, которые, ой, как хорошо понимали. Там сколько вирусов качали спокойно, нормально, так что, ну, это как бы норма. Так, вон сзади. Ты сукин сын блядский, а? Смотрите, что сделал. Давай, мордовороты, сбивай самострелы. Да ёб твою мать! Да, сука, да! О, господи, так. Видите, они еще гранаты, сука, кидают. Ублюдки. Фу, жарко, реально, капец, жарко. Там скажете, блин, что ж ты за браток, ты сидишь в кепке. Но в кепке-то я уже привык сидеть. Первое время, помню, когда на вебку снимал, было трудно. Было действительно трудно сидеть, короче, в шапке, там, летом, там, градусов 30, вот как сейчас, да. Это нормально. Как бы. А вот именно... Ох ты! Ну как, все кости целы? Да, все окей. Охренеть какой ты живучий.
Осталось найти груз. Знаю, знаю. В кепке действительно, ребята, многие спрашивали. Ты тоже там срёшь в кепке, спишь в кепке, моешься в кепке? Да, ребята, так и есть. Да нет, понятное дело, что это образ, и в реальной жизни я без кепки хожу, и многие тупо меня не узнают. Вообще не могу понять, кто это, что это за папуас. Поэтому есть какой-то маленький плюс. В чём дело, фрау Гроссман? Это ведь не от меня зависит. Новая партия имплантантов из Франции застряла на таможне. Доктор, вы же знаете, как я мечтаю увеличить грудь. Да-да, безусловно, я... Да-да! Мой имейл уже полностью завален одними вашими письмами. Я вам писать. Я даже навестила вас на тайной лаборатории, где штампуют порно. Да, я, безусловно, оценю ваш поступок. Но поймите и вы меня. Я пока ничего не могу сделать. Шайса, ну и сколько мне еще ждать? Я что, зря подставила Будулая и его противную дочь? Я уверяю, скоро мы получим имплантаты. Я смотрите. Мне очень жаль, дорогуша. Зараза, это как называется? Да я же ее с потрохами сожру. Жора, иди мочить мордоворотов, а я пока вирус запущу. Давай. Слушайте, я вот сейчас подумал, блин, а если бы мы сюда поставили стол и накидали всякого говна, как вы думаете, она бы... Да не, она по-любому бы... В смысле, Жора, иди уже, опять ты меня заставляешь куда-то? Куда мне идти? Поторопись! Котлетка! Пюрешка с котлеткой! Ладно, вперед. Давайте я вам заплачу, только оставьте меня в покое. Так, тут у нас, да, видите, типа закрыто на замок, нам туда идти. Окей. Блин, я вот жрать капец хочу. Котлетка с пюрешкой и специальный такой соус. Вот как они этот соус делают, реально, ребят? Я вот честно не могу понять. Как? Я вот тут, знаете, еще, ну, смотрю то, что мой контент уже, ну, потихонечку сливается, потому что, во-первых, даже Мэдисон сказал то, что игр нет, нету игр в этом году, no game, все дела, поэтому, конечно... Блин, грязные маленькие ублюдки! Что ж вы такие живучие, суки? Вот, я такой задумался, блин, пора все-таки возвращать старую рубрику, ребят. Ну, не коты, ладно, котов я уже, блин, капец замучил, там всякую одежду я на них там клеил, помню, ну, специальную заказывал. Из Китая, потом что-то еще, валерьянку бедолагам давал. Ой, братишка, привет. Привет. Вот. Думаю, короче, вернуть кулинарию, только... Такую кулинарию, вообще вот дешмановские, просто дешмановские рецепты. Вот стоит, ребят, напишите там, можете в конце серии написать, сейчас, ну, если не тяжело, если не впаду, потому что, знаете, когда тоже смотрю там у некоторых, ну, всякие видяшки, и тоже как бы просят у братишек, ну, у подписчиков, как они называют, именно, так, нам надо тут, знаете как... Вон ту вот штуку притянут, да и все. Там какого-нибудь совета там напишите и так далее. Мне самому так впадло что-то писать. Я там могу, допустим, на стриме-то прикольно написать, а вот так... Так, аккуратненько. Ай, блядь! Ай, больно, жопа! Жопа, член! Подгорело у меня все. Прям как после Тойланда. Ну, в плане не то, что мы подумали там. А именно загар, господи. А то вы сейчас подумаете, жопа у нее там подгорела. Как это она, интересно, подгорела? Вы там чпокали, что ли? Нет, ребят, господи. Нет, конечно, ни в коем случае. Так. Давайте аккуратненько так. Все, может. Все, нормально. Тут долбит нормально. Так, по-моему, здесь опять будут мордовороты, поэтому надо нам как-то осторожно. Так вот, именно рубрика такая, что... Мухи, они как люди.
И на небе мухи. Милашка. Так, все отлично. Только мы заговорили о геях, да. Этих педроцефалов. Мама. И тут они сразу появляются. Да! Фух, окей, нормально. Так, и разочеком. Вот, рубрика. Там, не знаю, в пределах 200 рублей, 100 рублей, какие-нибудь клевые такие рецепты. Вот я думаю, что-нибудь такое запилить. Не знаю, какие-нибудь именно вкусняхи. Пока не знаю, у меня рецептов вообще нету никаких рецептов именно таких. Ну, можно там, знаете, запилить макароны, макарошки, там, с фаршиком, что-нибудь такое. Можно реально сделать. Может, почитать мне что-нибудь там, сыром запечь, что-то такое вкусное, знаете, картофан. Вообще, кстати, нормальный рецепт, ребят, рекомендую там колбаску потом. Так, надо тут... Тут, на самом деле, очень все просто. Так, и тут... Анасти! Сами ничего сделать не могут. Ладно, поднимайте усмирителя. Так, отлично. Сейчас, короче, будем мы с вами типа сражаться против крутых. Именно с мордоворотским вот таким стволом. Так, отлично. А еще, ребята, короче, будет после вот кайф-лайфа The Escapist. То есть именно из тюрьмы придется бежать. Блин, и так мы как бы бежим из тюрьмы, получается. Ну тут она, слава богу, заброшенная. А там, короче, такая нормальная игрушка. Может, помните первую часть The Escapist? Вот тоже хочу ее пройти, вторую часть. Так что она прикольная. Так, сейчас. Алекс, погодите секундочку. Ну, тут я уже показывал, даже помню, на стримчанском. Вообще все легко, мне показал это подписчик. Я помню. Или друг мне это говорил, блин. Так, сейчас. Аккуратненько. Лучше, конечно, ставить, ребята, чуть-чуть подальше. То есть, вот как-то вот так вот. Сейчас они, конечно, попрут. Так, окей. Вот! И, короче, вот сидеть вот здесь. Музыка! Наконец-то, блин! Сколько я ждал! Заебись! Ау! Уже больно. Ждем, пока отработают турели. Не, по-моему, у меня друг, да, я когда проходил Half-Life, мне вообще друг подсказал именно это место. А может, это не друг, может, одноклассник? Блин, я тупо забыл, ребят, простите. Еще санитары, да что ж такое-то? Да-да. Да, видите, но чисто случайность, что ее перевернули. По идее, не должны были их переворачивать. Весело, капец, нам сидеть тут. И они что-то там на заднем плане читают, зачитывают раперы. Ой, да сколько ж можно-то, а? Мордовороты самое вот забавное, что это обычные люди. Ну, мне кажется, многие знают вселенную Half-Life, вот. Но я, можно сказать, недавно узнал, потому что именно вот в этих костюмах это не простые солдаты, а обычные люди. Просто суки! Промытыми мозгами. Вот. И немного обработанные. Знаете, как рак лечит, такие лысые братишки. Вы только не подумайте, а то у меня тоже... Я подстригся. Я знаю, как вы замечаете, по вискам. Как бы
выглядит не очень, потому что вот я раньше тоже любил именно быть таким лысеньким, лысеньким. Вот. Но, ну то есть брился вообще там под... Сука! Под 0.3 тупо машинкой вот так вот хреначили мне. И все. Как бы любил нормально такое... Стрижка, но сейчас как бы челку оставляю, то есть как бы нормально выглядит. Ну и плюс, конечно же, мода меняется. Сейчас наоборот как-то в моде именно такие хорошие волосы. А то, что по бокам, это спокойно отрастает и все нормально. Не знаю, что-то на Оксимирона смотрю и сразу... Ах, плакать хочется, ну блин, отрасти ты уже. Как его там говорили, лысая карлица. Лысая карлица его называли. В батле. Ну это капец же. Так, ну чё там? Всё? О! Как она удивилась, типа, ты жив? Жора, сукодей, ты что, вообще что ли неубиваемый нахрен? Пошли Гроссман искать. Пойдем, сейчас погоди, только подзарядимся. Пивком. Товарищ научитель, я так все вперед. Давайте я вам. А тут еще смотрите есть. Оставьте меня в покое. Так, ну идем дальше. Блин, быстро вода заканчивается, что-то я... Очень-очень быстро выпиваю. Капец какой-то. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, блин! Так, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня винч. Ух ты, блин. Знаете, не, Магнум. Ох, блин, 10 хп, прикрывай меня! Капец. Просто капец, надо... Ой, надо нормальную, блин, скорострелочку взять и все. Потихонечку хреначить. Мозговая деятельность нарушена. Сука! Сложная такая перестрелка. А, помню еще в предыдущей серии мне братишки такие, ну, какие-то братки за, какие-то против, типа поддержали меня, что я с одним хп пытаюсь пройти одно место. То есть там 3 хп у меня, 1 хп, да? Как бы на полном хардкоре я не сдаюсь, я не загружаюсь там с другого сохранения, где побольше хп, а просто иду вперед. А другие наоборот говорили, типа, ну ты че, как фуфел именно... Наоборот, сразу ты должен. Говорю, не сумеете остановить нарушителя, можете сразу забыть о своих. Но у меня-то именно такая была задумка. Именно. Скосанул. О, еще один комп. Отлично, да, ты любитель. А, Гвиста, ненавижу Висту. Опа! Кто тут у нас? Еще помню, называл ее Моторолой, Моторолой, блин, почему у меня именно, сука, в голове Моторола, почему я вижу Nokia, сука, и говорю Моторола, в предыдущей серии тоже говорил, я такой, блядь, ну да, это же Nokia, почему я сказал Моторола, ну даже у меня тоже Моторола, Моторола была, мотор мое, ой-ой-ой, стреляют, а так, да, у меня именно по хардкору хотелось попроходить. Ну, потому что так интересно. Но смотреть, как ты умираешь, бля, это не особо интересно. Что там? Сейчас открою. А, это вы? Как же я рада вас видеть. Ты рада? А каково было продавать моего батю за силиконовые сиськи, а? Вот уроды. Гроссман, двери.
Я понимаю наоборот, да? Какой-нибудь парень там продал друга за силиконовые сиськи. Ну, есть такие, которые ради баб продают. Но не для себя. Скажи спасибо, что я тебе родные сиськи не отстрелила. Только не надо глупости, однако. Тут за стеной установка для трепанации черепа. Это ты на что намекаешь, стерва? Ее можно перепрограммировать. И тогда получится серебло, с помощью которой можно телепортироваться. Что ж ты раньше молчала-то, а? О, мой батя, кажется, пришел в себя. А что с ним было? Сильные галлюцинации. Ты не отвлекайся. Войди данные в ком. Отсюда не могу. А дверь откроет кто? Конь в пальто. Так, погнали. Да, сейчас тоже будет не очень сладко. Заряжаемся, заряжай. Я так и представляю, так вот под эти звуки, как увеличивается живот вот пивной. Какой хороший агрегат. Делает операции без хирургического вмешательства. Ну-ка, слышь, она тоже ты? Будет интересно задротить, так. Начинай настраивать уже. Так, вот и батя едет. Драйвера и поставить новый отцелёзлый с сайта Изиламера. Начинай качать. И молись, чтоб скорость сейчас была высокой. Ностальгия, ностальгия. Тебе понравился холодный душ? Доча, да я как огурчик. Джудита, и ты смотрю здесь. Бать, я тебе потом расскажу. Бутлай, как самочувствие? Гроссман, замолчи пасть и уткнись в ком. Слушайте, ребята, а что вы собираетесь со мной делать, а? Гроссман, шевелись. Вот почему они ее, ну, точнее, его не освободили? Ну это же Изя, так глупо. Изиламер на связи. Ваша сейчас сервис работает? Минутка. Мы в военном госпитале. Нам надо мотать. А меня да блин. Работает. А что вы там делаете? Готовьтесь принимать батю. Он уже отдуплился. Смотрите, смотрите. Это что там за хренотень пищит? Вот засранка! А смотрите, смотрите! Как ты сучка! Стой, стерва! Ты куда? Типа я не хотела этого! Что переводится как поцелуй меня. Что за... Батя, как же так? Поцелуйте меня в зайце. Капец, то у ней красные чисто глаза, то чисто белые. Никого нет. Хрень господня. Это же драйвер из сайта доктора Брунькова. Естественно, она не такая дура. Как же так? Чутя! Жора, прикрывай! Ты чё, лысеешь? Жора, ставь самострелы! И сидеть! Офигеть! Хотя, блин, ребята, мне кажется, я сам бы тут посидел бы в такой обстановочке. Так. Ставим, знаете, пушку. Как-то надо пушку вот сюда вот поставить. Так, одна здесь. Потом вот здесь вот будет. Они, правда, будут их сбивать еще как. Потому что... Бум-бум-бум! Бум-б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 ум! Сейчас музыка какая-то... Давай! Зачищаем. Так, тут закрылся. Фристайлер вроде, да? Я уже сам забыл. Фришта. Или нет? Песню даже забыл, блин, офигеть! Идет сейчас. Давайте калашек-то возьмем лучше. Подходит, а? Так, ну давай уже, а? Как же долго он заряжается, ёб твою мать, как андроид, сука, сука! Готов. Сколько же ждать? А, бля!
Ну и зарядочка. Хотя, блин, ребята, это уже шутка устарела. Это просто шутка уже, не знаю, года 4 устарел. Ну, нет. Три, два. Потому что Android на самом деле хорошо заряжает. Вот. Да и айфон тоже нормально. Хотя вот у меня именно глючный 5S и... Еще смотря какой зарядкой, ты же купишь, блин, не оригинальную и... Бля! Зато у тебя вообще мобилка не разряжается. Никогда... Даже не дает посмотреть, ты чего? Так, все, уходим, убегаем сразу. Бля, как же она долго, потому что сейчас попрут такие крутые папуасы. Знаете, как-то пошли. Надо. Да, ёпать твою ж. Так. Давай. Еще пару секунд. Давай! Как же долго! Все, погнали! Так погнали! Все, давай! Да блин, что за щиток-то гребаный? Что ты? Изя, мы на подходе. Давайте, я жду с нетерпением. С нетерпением он, блядь, ждет. Погнали, все. Жора, идиот, иди сюда! Да я тут! Ты слишком толстая, подвинься! Все, их даже расхреначили. Ну-ка. Что, мордовороты, съели? Нифига себе, мы зачистили, убили их. Хотя вот в других, ну, в других сериях говорю. Ну, когда вообще играл, никогда меня не убивали. А, видите, на среднем играю. Такая душевная музычка. Как два пальца обоссали. Как два пальца обоссали? Здесь перегаром воняет. Изя, выпустите нас отсюда. Алиса? Жора? А я думал, что это опять черти. Что такое? Кажется, я сегодня перебрал. Башка прям по швам трещит. Изя, ну вы даете. Это ж надо было так набубениться. А что мне оставалось? Шарик от меня убегает, интернет отрубили, а в городе война идет. Война? Какая нахрен война? Вы чего? А, вот так вот. Бизнес закрыт, написано. И какой-то чек. Пациенты оттуда сбежали. Пивоварни Бобруйска. ИП. Ну не вижу, что там за ИП. В предыдущей версии просто было написано: ты пидор. Вот мордоворотов на части. Уж не знаю, что им там вкололи в больнице. А что с моим батей? А я-то откуда знаю? Я уж и не помню, когда последний раз на улицу выходил. Нет, ну, надо же что-то делать, а? Надо бы с Борей по этому поводу поговорить. Они сразу обратили внимание, типа, что ты тут делаешь, пердишь? Не берите своего питомца отсюда. Чугун! Чтоб тебя! Он пугает Шарика, а еще гадит везде. Гадит? В каком смысле? Он же робот. Низя, прием. Ты сейчас упадешь. Боря, у меня тоже есть новость. Ко мне в гости приперлись Алиса и Жора. Да это херня. Юник. Мы тут аптеку громим. Тут медицинского спирта литров 300 будет. Целых 300 литров? Высылаю Жору и Чугуна вам на помощь. Хорошо, пусть поторопятся. А черт, мордовороты идут. Все, конец связи. Жора, собирайся. Боре понадобится ваша с Чугуном помощь. А мне нужен аспирин. Аспирин? Голова просто раскалывается. Жора, Боря ждет. Как-то спрятали зачем-то. Ну как сказать, спрятали. Крамик. Жора, сканирую. Берите Чугуна. Он мой самый лучший друг. Типа нельзя открыть. Давайте вместе аспирин искать. Ой, Йорл! Блин, чё, серьёзно, есть? От нервов выпила. По-моему, там только одна таблетка оставалась.
Серьезно, есть такой журнал Playgirl? Типа для женщин? Офигеть, офигеть. Я в шоке. Типа девушки тоже дрочат? Да дрочат некоторые, а некоторые не дрочат вообще. Но некоторые дрочат. Господи. Так, ну, бывай. Так, как бы мягко-то приземлиться-то бы. Давайте вот на эту коробчонку. Оп. Так вот. Надеюсь, нормально. Прямо. Ну. День десантника. А. Конечно. Ну, вперед, ребята, вперед. Сейчас будет жесть, конечно. Ну, правда, недолго. Как я помню. С чугуном-то. Так, мне тут не пройти. Like the dogs are. Давай! Песик! Ебать! Блять, еще на подходе папуасы. Хреналдзе хуячил. Блин, клёшь, что тут такие именно песенки существуют. Давай, врубай эту дверь. Открывай. Красава, красавчик, спасибо, спасибо. Так, ну вроде секретиков там не должно быть. Ну, я точно, конечно, не помню. Вот. Так. И сейчас нам идти все дальше и дальше. А, давайте посмотрим, кстати, сколько нам осталось. Так, это понятно. Ой-ой-ой, не надо запомнить. Ладно, пусть запомним. А там нельзя, блин. Надо в меню выйти и посмотреть, сколько глав. Ни хрена ты, чугунчик! Офигеть, я никогда не знал, что... вот так вот, оказывается. Блин, чугун! Что ты творишь? Мясо охота. Мясо охота. Из самых интересных слов... Называется «Слово из трех букв». Это поистине удивительное и волшебное слово. Произнесенное, оно может выразить... Где ты играешь, я не пойму? И ненависть, и любовь. Слово, как и множество других слов, пришло к нам на язык из тюркского. Ну блин, ну так-то интересно послушать! Что про свой богатый язык. В русском языке... Ладно, все, ребят, там мы можем на бесконечности это слушать. Блин, ну реально так, все-таки богат наш язык. Я помню, как Джигурда что-то там в одном видео прям, я не знаю, сколько слов сказал, ну, просклонял с хуем-то. Так, вот эти штуки лучше взрывать, ребята, потому что они... Привет. А тебя каким ветром занесло сюда? В общем, ладно, ребята, на этом, думаю, мы пока что закончим. Дальше будет веселее. Вот. На этом все. Блин, песня прикольная. На этом все. Бай-бай, дорогие друзья.